19 и 20 декабря у берегов Сахалина бушевал мощный снежный циклон. За сутки в Невельске выпало 15 мм осадков в виде рассыпчатого снега. Высота снежного покрова местами достигала от 25 до 34 сантиметров. Средняя температура воздуха составляла от минус 6 до минус 10,5 градусов Цельсия. Самый большой ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду наблюдался в период с 20 часов вечера до 8 утра. Не обошлось без последствий. Часть линий электропередач вышли из строя, оставив жителей района без электроэнергии. По прошествии многих лет, невельчанам снова пришлось ненадолго вспомнить о свечках и газовых баллончиках. Утром 20 декабря бригада юго-западных электросетей и предприятия «Невельские районные электрические сети» приступили к аварийно-восстановительным работам. В общей сложности без электроэнергии жители Невельска находились около 15 часов. Не было выходных и у невельского ДРСУ. С раннего утра и в течение всего дня они обеспечивали проезд по всем дорогам муниципального образования, вывозили снег. Подача тепла, обеспечение водоснабжением осуществлялось в штатном режиме. Служба информации Невельских новостей.